У ефірі програма «Навіни регіону» у студії Кристіна Кранкевич. Вітаю вас і у гетим випуску глядіте. Удвоя больше за середнюю урожайность по области. Небывалый урожай рапсу у господарках Кировского и Бобруйского районов. С первого жнивня частка моста по улице Чалюскинцев у Могилеве будет перекрыта в связи с ремонтными работами. Рух организуют по одной полове моста. Грани реальности. Три мостака, три погляда, представлены у выставочной зале на Болдина. Господарки в області приступили до обмолоту колосових. Тим часом многие сельгазпредприємства завершають уборку озимого рапсу. У вогулі гэту олійную культуру собрали на полове посеянных площадь. Середняя урожайность по области до 19 центнеров с гектара. А вот у сельгазпредприємства «Рассвет» имя Орловского, Кировского района и у колгасе «Гигант» Бобруйского кажуть про небывалый урожай рапсу. У открытым акционерным товарыстве «Рассвет» имя Орловского сёлета ставку зрабили на озимый рапс. И культура уродила, як николи, 43 центнера с гектара, лишь удвоя больше за среднюю урожайность по области. Вообще хороший урожай рапса в этом году. Погода повлияла, наверное. Агрономы поработали. Хороший рапс. Сейчас цены на рапс высокие, где-то 730 рублей без НДС. Если мы вот должны получить где-то около 20 миллиардов старыми деньгами прибыли. Хорошие деньги. В прошлом году у нас не было озимого рапса, был яровой. Ну, яровой, конечно, дает меньшую урожайность. У нас в среднем урожайность в прошлом году ярового было 15 центнеров. А тут 40. А здесь 40. Дярж заказ по рапсе выконали, кажуть, у господарцы. Остатнее зерня продают заводу на аллей. Будем закупать материально-технические средства для окончания уборки и для посевной кампании. За рапс рассчитывается сразу, но мы часть рапса будем оставлять для того, чтобы обеспечить животноводов крупнорогатый скот белком, поэтому часть уйдет на приобретение белка для КРС. Но рассчитывается неплохо. Небывалый сёлета урожай озимого рапсу и у колгасе «Гигант» Бобруйского района до 53 центнеров с гектара. А тут олейную культуру выращивают миновито на насенне. С сегодняшнего дня мы начинаем чистить рапс и готовить семена для реализации другим хозяйствам области, района, в республике. И хорошо было, если бы нам разрешили и за рубеж продавать. Сегодня люди с Казахстана просят рапс, с России. То задание, которое нам облсельхозпрос доводит, мы его выполним с лихвой. Сельгазпредприемство «Гигант» Бобруйского района будует свой комбикормовый завод, а еще планует выраблять аллеи. Тому на лето будет повеличивать площадь этой стратегичной для Беларуси культуры. Татьяна Сергейчик, Александр Тарасов, «Новини региона». У Климовицьким районе потонул 40-годовый мужчина. Трагедия отбылась на раце Сож, недалеко от вёски Борисовичи. Как рассказывают сведки, двух детей, один из которых был на надиманном крузе, другий тримался за его, понесла плынь. Двое мужчин кинулись им на допомогу, детей удалось выратовать. А вот выбраться из воды один из мужчин так и не смог. По информации вратовальников, малые плавали под наглядом старейших детей. На березе были и батьки. Дорослые кажут, что отлучились только на несколько хвилин, покуль парковали автомобили. У гэты момент и отбылась трагедия. Вядома, что мужчина, який потонул, был свояком одному из детей. Быть больше уважливыми до своих детей закликают батьков медики. По статистике, у большинства несчастных выпадков с малыми основная причина – недогляд сбоку дорослых. С надыходом теплых дёну травмапункт Могилевской областной детячей больницы каждые сутки наведывается 60-90 детей. И каля 5 из них накировывают на стационарное лечение. Основные травмы по-ранейшему – велосипедные, бытовые и укусы живёлов. Упали с качелей, ничего маме не сказали. Головой ударились. Угу, бордюр. У травматолога ортопедичное отделение опошним часом поступает немало детей с черепно-мозговыми травмами, говорят врачи. Это дети до года и малые до школьного возраста. Здарается разное, але все же основной причиной медики называют недогляд сбоку батьков. Ребенок был срочно госпитализирован в реанимационное отделение и прооперирован, так как кроме перелома черепа, довольно обширного перелома, была обнаружена значительная гематома. Если бы ее не оперировали, ребенок погиб бы от сдавления гематомой мозга.
На опрацовку раны и проведение прыщепок супрать шаленства амаль штодня у больницу поступают дети, яких покусали бездомные живелы. С поляпшением на дворе, означают специалисты, знов у сплеск велосипедных травм. От синяку и ранок до пероломов у тым лику и черепа. Особной графой у медиков стоят 3-5-годовые пациенты, яких дорослые катают на велосипеде без специального кресла. У этого ребенка перелом большеберцовой кости и очень обширное и глубокое осаднение кожи, которое, возможно, даже потребует оперативного лечения пластики. Вот. То есть на данный момент мы лечим и повреждение мягких тканей, и перелом. Погодитесь, а без клопотности и гребования правилами безопеки не вартое того, как дитя покутывало. Родителям пожелал бы лучше присматривать за своими детьми, обучать их поведению в каких-то неординарных ситуациях, обучать их правилам поведения на той же самой воде, при занятиях неорганизованными видами спорта. Ну и спортом заниматься, конечно же, лучше на организованных каких-то площадках, специально оборудованных для этого. Кристина Каранкевич, Александр Тарасов, новини региона. Новая дорога у Бабруйску хутка допоможе закольцевать улицу Дняпровской флотилии с проспектом будовников и так званым сёмым микрорайоном. Только за 1,5 года тут увяли устрой 5 домов. Специалисты института проектовали дорогу с уликом пропускной махчимости для автоуладальников, которые уже живут у новобудовлях и тех, кто будет тут жить в перспективе. По словам специалистов, будовництво в улице Дняпровская флотилия практически завершено. 1200 метров Днепровской флотилии, также в бетонном исполнении, с пешеходными связями, с светофорным регулированием. То есть там вначале монтируются светофоры, будет обозначена безопасность движения. У Могилёве протягивается ремонт моста. С 1 жнюня будовники приступят до ремонтных работ на мосте по улице Чалюскинцев каля Могилёвского рынка. У связи с этим с 0 часов авторка рух по правой половине моста у направку до центру города по улице Чалюскинцев будет перекрыты. У Могилёвском горвыканкаме поведомляют, с 1 жнюня 2017 года на час проведения ремонтных работ рух транспорту праз гэты мост будет ожитевляться по одной полове с организацией проезда у двух направках. У суботу 29 липня жыхары в области смогут традиционно звернуться с питаниями до представников улады. У Могилёве и Бабруйску, а так само во всех райвыканкамах Могилёвщины пройдут прямые телефонные линии. Например, у Могилёвском облвыканкаме у гэты раз вы можете задать свои питания по контролю за выполнением документов типа работе со зворотами громадян и юридичных особ. Телефонование будет принимать и отказывать на их керавник справами Рыгор Воронин. Горячая линия будет працевать с 9 до 12 годин. Номер телефона у Могилёве 50 18 69. У той же час у Могилёвском гарвыканкаме разобраться с вашими питаниями допоможе керавник справами Сергей Шинкаренко. Номер телефона для совязи 42 21 02. А у Бабруйску телефонование с вашими заувагами будет принимать керавник справами Людмила Погода. Ее номер телефона у Бабруйску 76 21 41. Каждый 10-й рубель на свое утримание зарабатывают сами. Лавки, мангалы, кованые подставки для вазонов и навод мыло рыхтуют для продажу на кермаше областного свята аграрии у Дажинки у Кличеве жильцы Салтановского дома-интерната. Один из методов социальной реабилитации инвалидов – праца у майстернях, дозволяя зарабатывать додатковые сродки для потреб установы. Гэтые речи для загородного дома – заказ насельництва. Зроблены они руками жильцов Салтановского дома-интерната, что под Могилёвом. Одни занимаются столярной справой, другие под керавництвом инструкторов готовят мыло. Третьи у соседнем помешкане его старанно упаковывают. Продукцию повязуют на кермаш. Работаем столярными работами и под заготовки досок. Ну, чтобы на территории у нас красота была хорошая. Ну, вот проживающие у нас занимаются этим. Учимся шкатулочки делать на выставке. Вот гнем металл, делаем лавочки. Им прописана трудотерапия 4 часа в день. Ну, по возможности кто-то... Они у нас очень талантливые. Они у нас стремятся даже к этой трудотерапии. Но кто-то больше занимается. Все занимаются по своей возможности, по своим заболеваниям. Ну, как-то так. Ну, стараются все заниматься. Праца, по словам специалистов, это не только частка терапии жильцов интерната. Практично все, что вырабатывают у майстернях, столярный, мыловарение, швейный, имкнутся продать. И выробы гэты корыстаются попытом. Тем больше, что реализуют их по себе кошти. Мы их продаем
участвуя в ярмарках, в различных праздниках районных, областных. Эти деньги, которые мы зарабатываем, мы пускаем как на укрепление материально-технической базы, как на оснащение наших мастерских, на приобретение расходных изделий, так и на стимулирование заработной платы тех работников, которые работают вместе с нашими проживающими. Наши изделия, они не уступают по качеству тем фабричным, скажем так. При этом соотношение цена-качество у нас гораздо более привлекательное и приемлемое, чем в торговых объектах. У дома-интерната есть своя господарка, несколько гектаров земли. Так что сельгаспродукция уласная. У администрации Салтановского дома-интерната удокладнили, каждый 10 рубель яны зарабили сами. Татьяна Сергійчык, Александр Артемьев, новини региона. 8 школ з новага навучальнага года ў Магілёўскай вобласці будуць зачынены, яшчэ 12 рэарганізаваны. Як паведамілі ў абласным управленні адукацыі, закрыццё ўстаноў абумоўлена неэфектыўным іх выкарыстаннем. Гэта тычыцца сельскіх школ, дзе навучаецца вельмі малая колькасць вучняў. Школьнікі ў такім выпадку будуць займацца ў бліжэйшых установах адукацыі свайго раёна. Для гэтага дзяцей будуць падвозіць у суседнія школы. Зараз у рэгіёне выкарыстоўваецца 231 школьны аўтобус. У бягучым годзе гэты парк плануецца аднавіць на 18 одинок. Сучасный авангард и классичный пейзаж. Выстава под назвой «Грань реальности» ладится гэтыми днями в областном центре. Свои работы представили три мастака из Могилёва и Минску. У каждого своя манера письма, стиль и жанр. Але про гэтые особистые якости майстры показывают одну реальность, такую, якую бачить сами что дня. Владимир Макаров, Михаил Максимов, Дмитрий Пуховский – однокурсники, коллеги и добрые сябры. Менавіта у атмосферы профессийного сябровства распачалася выстава «Грани реальности». Про 30 год после учебы мастаки собрали свои творы у одну экспозицию. Есть такой скрытый подтекст, когда в мире все стремится к разрушению, разъединению. Да? Мы такие разные все-таки сделали выставку для того, чтобы показать, что разное должно быть едино. Мир многогранен. Пейзажи родных мясцін Пуховского, абстракция Максимова и авангардные работы с элементами декоративно-прикладного мастацтва Макарова – это одинная реальность. Каждый, кто пришел познакомиться с экспозицией, имел махчимость разважать, уявлять, какую из ее граней писал мастак. Интересный подход к художникам. Например, вот в этой картине пыталась понять, что это означает. И что же хотел сказать художник? Ну, что вот люди совсем больны, бывают больные, раненые, червивые, хорошие. Но все-таки светлая тона, это означает, что все равно все будет хорошо. Она складывается, это как книга. То есть ее можно вот прочитывать, там где-то включены какие-то слова, где-то какие-то изображения. Тут какие-то такие темы, которые ну, они проходят через все человечество много раз. Між тым, такая выстава – это сапраўдная падзея для культурнага жыцця горада. Я радуюсь, что в Могилёв пришел авангард. Мы, наконец, начинаем его понимать на фоне пейзажей, натюрмортов. Я думаю, что это все так строится на именно интуитивном таком чувстве. Вот, ну, как говорят, зацепило за душу, легло на душу или нет. Вот и все. То есть пройдет какое-то время, и тогда, наверное, будет понятно, что что-то человеку, так сказать, это дало или так прошло и ушло. Прийти и пофилософствовать на тему шматгранной реальности можно до 6 жнивня у выставочную залу по улице Болдина у Могилеве. Катерина Городницкая, Алена Салаўёва, Виталий Алексеенко, новини региона. У парку каля гістарычнага будынка Беларускай сельгасакадэміі ў Горках жывуць вавёркі. Тут іх каля 20 падлічылі студэнты і выкладчыкі навучальнай установы. Вавёркі нярэдка паказваюцца прахожым. Пашанцавала і нашай здымачнай групе. Прапануем і вам паглядзець на гэтых рыжых свавольніц у нашай рубрыцы «На ўласныя вочы». Усе новины про житё Могилёвской области на нашем сайте tvrmogilov.by. А я с вами развитываюся. Доброго настрою. До встречи.